Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с Ютубом и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором 2 года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на Ютубе публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Добро пожаловать! Утро, день. Мне так нравятся эти кошачьи лапы, растянувшиеся в разные стороны. Да... Давайте обследуем район. Здесь довольно много занятий. Эта ваза раньше тут была? Ушла вон. По-моему, здесь так было. Хозяйка! Хозяйка! Сеньора! Сеньора! Мяу! Сеньора! Сеньора! Зачем тебе очки, если ты меня в упор не видишь? Еще наступишь на меня, я обосру тебе весь дом. Когти в жопу. Втыкай когти в жопу. Нет времени думать. Стыкай когти в жопу. А еще у кота есть умные часы на лапе. Какой модный котик. Я вспомнил, как Мармок тогда играл в ту самую игру про котика, где он все шкрябал, вот это вот все. Баскетбол. Я все-таки жирный. Сеньора, покорми! Вазе там не место, если ты хочешь понять, что здесь поменялось. Это я проснулся. Вот что поменялось. Где здесь еда? Где здесь еда? А, боже мой, карга старая, сам себе не приготовишь. Никто тебя в этом доме не накормит. Хлеб. Люблю ли я хлеб? Ну, я голодный. Подержу. Мама, полетели. Уже не прилетели. Перелет. Я чуть меньше уже хочу кушать. А так вот. Я чуть меньше уже хочу кушать. А так вот. Либо я приготовлю вкусный обед, либо спалю дом на... Не та конфорка. Нереалистично, не похоже на настоящего кота. Настоящий кот сидел бы дальше. Да-да-да. Пока жопа не начнет полыхать. Включил все конфорки, кроме нужной. Как это здесь работает? Конечно, Мармок будет отыгрывать шебутного шерстяного гаденыша. Кого он еще может отыгрывать? Бабка, помоги, пожалуйста, у меня лапки. У нас есть шкала готовности, похожая на говно. Ну, наверное, вода теперь моя любимая еда. Так, ножи, 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 вижу ножи. Бабка, тебя ничего не смущает, а? Ты смотришь других котиков? Твою морщинистую задницу, мяу. Как он заскакал-то? Как он заскакал-то? Обидно же. Что это значит? What is this, grandma? Кино закончилось. Ты не... У тебя есть свой пульт? Ничего себе. Включила и ушла. Какой милый котик. Какая рыжая сучка. Что ты делаешь? Ты танцуешь или у тебя приступ? У меня очень странная хозяйка. Давайте я с ней хотя бы поздороваюсь сегодня. Hello, хозяйка! Алло, меня видно? Прыгай на нее. Хозяйка. Блять, она реально начала махать ему в ответ. Хозяйка, хозяйка, моя старенькая, но добрая. Покорми, пожалуйста. Покорми, сука. Так вот, как это выглядит со стороны человека. Такое ощущение, что я с тобой играю, да? На самом деле я настроен очень серьезно. Ух ты. А какой месяц? Погладил старческий курдючок. Вот моя мисочка. Так у меня есть еда.
Какая хуйня. Как будто им какое-то говно. Можно еще? А это что за косяк? У меня воды нет. Бабуля, please water, я жажду воды. Ладно, в этой Сахаре придется добывать самому воды. Да-да-да, я вижу большую поилку. Красивый аквариум. Тут можно и попить, и поесть. Няма-няма, рыбки, няма-няма, рыбочки, ням... А что, голые? О боже, я уебал только что-то. Типичный VR. Впороться во что-то в реальной жизни. Кажется, надо поменять статус объявления шлема снова на БУ. Рыбочки, рыбочки. О, блин, тут же вода, я что, сумасшедший? Типичный кот. Ладно, я просто попью. Я только что подумал, что со стороны я сейчас выгляжу максимально кринжово. Выглядит, да, комичненько. А, боже мой, я кошечка. А это наши подписчики на Boosty, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Boosty в описании. Друг, опять ты летел. Извиняюсь. Хотя перед кем переверю. Лягуха. Хотя перед кем переверю. Эй, бот, дружище, проспайся. Доброе утро, наша хозяйка сошла с ума. У нас нету еды и воды. Это тебя не напрягает, да? У нас нету электричества и батареек. Дай пять. Что ты умеешь делать? Ты умеешь пылесосить? Ты умеешь читать рэп? Ты умеешь читать рэп, йоу? Ты умеешь быть злым? Это я понял. У-ху! Мне нравится скорость! Надо же было проскользнуть внизу. Типичный кот. Ну да. Минус полторы жизни. Стоп, он правда дамаг получил? Мне нравится скорость! Минус полторы жизни. Когда пришло время кушать. Вы чё, ебанули? Посторонитесь, нахуй, я за свои действия не отвечаю, ребят. Если я сейчас не поем, я сдохну, нахуй. Повезло, что там кормушка автоматическая есть. Да. А, послышалось. Ну это залет, хозяйка. Помогите. Я умираю с голода. Я хочу кушать вкусняшек. Да. Где мои вкусняшки? На это всегда есть время. Где да, моя там еда? Вон есть какая-то еда. А не, это игрушки. А это что такое? Что это такое? Это машинные гонки. Крысиные бега! У-ху! Кажется, ребята по поводу маршрута не договорились между собой. Так, как там писька кошачья работает? Как вы понимаете, лоток я не нашел. Все кошки так делают, и я делаю. А может на второй сходить? Интересно, что там у нас? Так а тут ничего интересного нету, кроме пианино. До ре ми хотим кушать рыбу, корка, колбаску и паштет. Опа. Ух ты, ничего себе, куда я забрался. Я хочу к окошку. Ого. А здесь что такое? Что за невидимый барьер? Даже не знаю. Что это? Невидимая стена холодная. Так, нужно решать вопрос с бабкой. Она у меня сумасшедшая. Я хочу другую хозяйку. Сейчас мы ей аккуратный тук по затылку сделаем. А потом, после похорон и всех остальных мероприятий, я думаю, у меня будет новая хозяйка. Надеюсь, хорошая. Я очень странно хожу. Я сползаю, да? Хозяйка, стой так. Как замахнуться, диван мешает.
Ну покорми ты меня, у меня сил нету даже тебя грохнуть. Смотри, какую муравьиную жопу себе отъела, а моя еда где? Я худею с каждой минутой. Ты хочешь, чтобы я был голодный? Ты хочешь моей смерти? Но я твоей дохочу. Да-да, умираю от голода, включается через 15 минут. Это в лучшем случае. Обычно еще раньше. Но я твоей дохочу. Боже мой, это бессмысленно. Тяжелая сковорода. Зачем мне сковорода? Там же нож был. Отойди, я еб... Ты... А нельзя ножом в ножку принять? И самое главное, ящик-то открылся. Отойди, я еб... Ты... Че он там нарисовал? Отойди, я еб... Котика какого-то. Отойди... Ай, блин. Кажется, на моей левой руке теперь 4 пальца. Боже, в игре это выглядит так, будто я себе в лапку дую. Боже, шкаф долбанный. Я привык обращать внимание на границы у Valve индекса, а на границы квеста я почему-то забиваю болт каждый раз. Теперь не буду. Хотел этого дебила стукнуть. Ты виноват! Так, какие кошачьи дела у меня там были? А, я нож хотел взять, бабку. Вот такие у меня кошачьи дела сегодня. Опа! Помидор. Я уже и на помидор готов. Боже, что за жизнь? Какой бы выбрать? Наверное, этот. Не отвлекайся, бабка. Не-не-не, ты чё, ты куда? Я поговорить хотел. Присядь, поговорим. Вот ты туда, она каждый раз уходит, мне интересно, откуда ты собралась? Поговорить не хочешь? Привет, как у тебя дела? Я тебя сейчас, это, хуеть не буду. Сейчас как, сделаю тук. Резня. Прорезал за это законопаченную щель. Заново открыл проход. Он же заедовал ей муравьиной жопе, решил отрезать кусок. Да. Ну вот у него и еда появилась. А, тюк по ножке, приятно, а? А моему желудку приятно? Я ее убил, да? Я что, реально ее ебал? Так. Нужны мусорные пакеты. Бабка. Бабка. А ты когда разлагаться начнешь, чтобы тебя можно было легче съесть? Ладно, кажется, нужно смываться. О! Она, походу, просто резко устала. Такая посмотрела и пошла дальше. Ага. Оба! Все нормально, бабка, у меня дурка по расписанию. Мадам, одна тут отдыхаешь. Как смотрите на то, если я укушу вас за позвоночник и начну тазами лозить? Крошка, крошка, крошка. Это что, диалог на Рюши? На это снари? Походу. Он что-то вчера ёбу дал. Дед. Да, он и сегодня приставал к ней. Он дед. Я же говорю, он скуфел. Крошка, крошка. Зачем нам эти игры? Давай поговорим, как двое взрослых у окна. Хочешь? Пошли, я тебе покажу наши местные виды. Как бы тебя спустить? Если вы разобьетесь, вы разобьете мне сердце. Так, погоди, крошечка, чуть-чуть. Это у нас что, компьютер? Нужен пароль? Я однажды разгадаю твой пароль, бабка. Так что продолжим, крошка, наш романтик в окне. Мышь, 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 мышь. Извини, пупсик, инстинкты. Жесть. Это должно было произойти. Я что, буксую? Что происходит? Он застрял, походу, в текстуре. Почему он буксует? Не, ну это уже не смешно, блядь.
Луиза! Блять, Луиза! Мать твою кошачью! У тебя что, последняя жизнь была, блядь? Ладно, какая там часть тела мне нужнее? По-моему, вот эти две нужно склеить, и нормально. Нормально, работать можно будет. Пошли, да можно уже никак, ну, можно сразу в подвал. Так, как поживают там наши рыбки? Опа! О, пошел корм. О, наконец-то, я неправильно тряс. Надо было сильнее трясти. Это что, кофе? О, кофеин. Рыбки, кушать. Рыбки, мне надо кушать. Давай, не стесняйся, иди сюда. Рыбки, рыбки. Рыбки, давай, давай еще чуть-чуть подплыви, подплыви. Опа! Твою мать! Ой, это, извините. Можно интересно. Раковину же получилось. Мне интересно, можно ли прыгнуть. Ну, не факт, что получилось. Возможно, он звук подставил. Как звать рыб? Кто знает? Эксперты по рыбам. Как рыб звать? Я устал. Я не знаю. Буль-буль. Блорб-блорб. Мне жарко. Можно шкуру снять? Вот вам корм. Давай. Еще ближе. Что смотришь? Дай себя съесть. Не, жил бы я на улице, я бы еще быстрее сдох. Че я на самом деле? Там же где-то должен быть корм в шкафах, по-любому. Понятное дело, что хозяйка у меня сумасшедшая, но корм-то у нас в доме должен быть. Вот он. Нахрен пошла крика. Попробуйте эти традиции, погнали. Тают во рту. Пацаны, я честно, будет очень страда, если после увиденного у вас проснется аппетит к корму кошачьему. Так, поесть-то я поел. Да, что-то это, я проголодался. Ну, и страдать-то по-любому хочется. Блин, бедная Луиза. О, а можно на улицу выйти? Можно? Можно мне на улицу? Хозяюшка, я посылочку только взять, я назад быстро. Помогите! Все, я устал официально. Интересно, можно я сразу уже попрыгнуть так с когтями? Да, я же тоже думал об этом. Целые 3 минуты несусь как сумасшедшие. Нужно поспать. Еще учитывая, что я и поел сытно. Такая жизнь кошачья тяжелая. Спадки. Этот истошный крик «Ты будешь прыгать или нет?» прозвучал, как будто в этот момент дьявол высосал алкаши душу. Марин не вставляет бонус в конце ролика. Абсолютно все. Сегодня я потерял больше, чем ты можешь представить. Да-да. Я такой, да ёпта. Какой обламинго. Как так-то без бонуса? Лайкер и Гайвер проходят игру за 40 минут. Мармок и Джохан на 1 часе и 50 минутах. 57 минутах. Смотри, какие здесь большие черепа. Лайкер и Гайвер прошли ее за 40 минут? Серьезно? Это неплохо. Миска, котик. Да, кормите котиков своих, но не перекармливайте. Да. В этот раз мы тоже без бонуса, очевидно. Ну все, эпоха бонусов ушла, походу. Да, всем спасибо, все свободны. Увидимся.